Мы ведем свой репортаж с Чимала. Специально для канала Беша 82. Не знаю, большой это уровень или маленький воды. Всем привет! Вот мы уже и в Чимале. Это первая вылазка в 2016 году. В планах посетить речку Чимал и подняться по ней до края, до конца. Ну, в общем, подняться, докуда поднимемся. Сегодня мы планируем это мероприятие на двух лодках. Два Салара 420, один мой с 25-кой, один Серегин с 40-кой. По два человека в лодке, соответственно. Вот утром выехали с Барнаула, сейчас уже здесь. Погода шепчет. Первое путешествие в 2016 году. Такой улиточкой качаемся и не паримся. Там он абсолютно 200-ки подъехали, тоже собираются. Поколдовал. Капитан корабля Беша Тур упаковывает свою яхту. Чемодан — это мои приманки. Я собираюсь приманивать. Открывать сезон поехали, ребята. Проблемы с мотором на Сереге на лодке. Ты же тоже без заднего хода гоняешь. И что, когда они будут готовы это? Ну, а мне обещали, что в мае, говорит, будут готовы, блядь, типа, позвоним. Что, ловится что-нибудь, нет? Тут рыба-то есть. Да, нет, ребята, нет. Отдыхает кто-то у вас? Здесь лагерь детский, да? А здесь база? И дорога есть, да? Через брод? А что, рыба ловится у вас? А мы-то хотим хариуса половить. Хариуса хотим половить. Мало шансов. Шанс есть всегда.
Вот починили мотор, теперь не доходим. Ржом, говорю, починили мотор. Ты, я заметил, как только он садится на воздух, он ржом пошел. Обнаружили пасеку заброшенную. Пойдем. Главное лодки, чтобы не уплыли, вот самое обидное. Ну, что-то мы, мне кажется, не... Блин, я всегда люблю затаскивать максимально, чтобы прям вообще жестко. Виталя более расслабленный. Поэтому я два раза плавал на сумульте. Пошел не в то место. Он не слева пошел, получается. Надо глушить? Порог на реке Чимал. Это первый каньончик снизу. Но мы уже поднялись. Вон лодка наша стоит. И Рома машет. Нахера они заскочили тут? Нормально, да? Посередине. Там, там, видишь, к камню прижим, походу, есть. Да. Смотри, как упало, так бывает.
Похоже, это сегодня у нас крайняя точка. Место непроходимое, только обтаскиваться. Но похоже, что сегодня на подвиги мы не готовы. А завтра с утра, кто его знает. Утро. На заброшенной пасеке выпал снег. На ребят из Новосибирска напали клещи. Они сказали, что обнаружили аж 5 клещей ночью и всю ночь не спали по этому поводу. В общем, рыбачим начинали. Клёва сегодня нету, пока не было ни поклевки. Сейчас встретили охотников, они поехали на медведя. Два алтайца, один русский. Кстати, мы ночевали на их стане. Летом и осенью, говорят, рыба ловится в Чимале. Немного, но есть. Об этом нам сказали двое местных. Весь день идет снег. А мы собрались идти вниз. Хочу остановиться. В общем, что, ничего мы не поймали. Рыбачили, правда, совсем мало. А сейчас время уже, пора домой. Пока спустимся, пока соберемся. А так все хорошо. Речка мне понравилась больше, чем в прошлом году. Там выше серьезные пороги, прям настоящие. Вот мы один прошли, а в один не полезли. Поздно вечером уже было. Сейчас идем сплавом, отдыхаем. Вон пацаны нас догоняют. Вчера по глупости с сороковкой с этой помучились. Но слава богу разобрались, в чем была проблема. Ну, собственно, я думаю, поэтому или потому, что потеряли часа 4 времени, мы и до намеченной точки не дошли.
Но зато вылазка получилась очень интересной. Не ожидал я, что 2 мая в Чимале может быть такая светлая вода. Охотники охотят медведя. Говорят, что медведя очень много. Вплоть до того, что приходит в деревню вот уважан и скот дерет. И уважанин скот. Наперед садись, говорю. Что, низкий? Да, все. Съездили на речку Чимал, только трогаемся в сторону дома. В очередной раз нас обстреляли, раз 5, ну, наверное, с мелкашки предположительно, потому что звук такой, ну, слышно, что ли, не смущен. Вот, не знаю, наверное, пора завязывать. 2 рыбалка подряд, попадаю под обстрел алтайцев. Ну, слава богу, все обошлось, поэтому... До следующих встреч. Пока.